храмы, дворцы, усадьбы, особняки, доходные дома Одессы. Памятники истории и архитектуры, которые мы теряем из-за бездействия городской власти. В последние, может быть, несколько лет вал исчезновения зданий, еще недавно бывших даже официально памятниками архитектуры. Когда в городе останется 30 памятников архитектуры из 600, их резко начнут защищать. Вдруг спохватятся. Их фасады укрыты трещинами, испорчены безвкусными рисунками и надписями неоднозначного содержания. Одесса состоит из тех домов, которые в ней есть. А каждый дом состоит из той уникальной истории, которая в нем, безусловно, есть. Не сохранить это, то, что нам, извините, досталось совершенно как бы, ну, бесплатно, да, и мы, вся эта красота. Ребенок никогда в жизни не увидит этой красоты. Он не будет знать, что может быть иначе. Архитектура Одессы с ее монументальностью и величием сегодня вызывает у жителей города и туристов сожаление и ужас. Бывает, что стыдно. Люди хотят... Турист хочет видеть какую-то фасадную красивую картинку. Ну, то есть гость города хочет видеть чистый, красивый, ухоженный город. И намеренно я сюда не веду, потому что иногда неловко делается за состояние памятников архитектуры. В Одесской мэрии на реставрацию знаменитых домов денег нет. В городе не работает ни одна программа, направленная на спасение аварийного и ветхого фонда. Один из главных, если не вообще потенциально главный притягатель для туриста в Одессу – это ее архитектура. Одесса – на редкость хорошо сохранившийся город с архитектурой 19-го, начала 20 века. И то, что городские власти, городское общество, в конце концов, это недостаточно признает, недостаточно понимает – это для города, в общем-то, катастрофа. Роскошные дома, когда-то самые дорогие и самые красивые в Одессе, превращаются в руины. Любые объекты, которые несут в себе историческую ценность, они всегда являются достопримечательностью. И защита, и задача любого управляющего муниципалитета – это сохранение таких объектов, восстановление. Если они не способны справиться с этой задачей, они передают их в частную собственность под очень жесткие рамки, под личный контроль. Число заброшенных памятников истории архитектуры Одессы увеличивается со стремительной силой. При этом экскурсионные маршруты с каждым годом только сокращаются. Ведь за такой город становится стыдно. Юлия Федорова, Андрей Кульба, Алексей Сорокин, Никита Кричко. 7 канал.